соединять еще один ряд пластинчатого доспеха. Покажу одну из версий сборки. Не буду претендовать на достоверность, точность, но постараюсь как бы правильно показать, как можно его собрать. То есть один вид из видов, так сказать, соединения пластин. Ну, самый простой, наверное, будет самый элементарный. Вот, пластины отполированы, заточены, обточены, вернее, просверлены. Собирать буду два отверстия вот таким образом внизу, эти два отверстия вверху. С краев я отступаю, на всякий случай, как будут располагаться застежки, вот, или там какие-то ремешки. Это уже будет зависеть от владельца. Продеваем в одно отверстие. Протягиваем кожаный шнурок. Вот, зафиксировали. И продеваем сразу же во второе отверстие. Так. Можно собирать сначала вверх, потом вниз, но я буду собирать сразу и вверх, и вниз, то есть одновременно. Если не получается как-то вот, как у меня сейчас в данный момент, немножко отверстия не совпадают друг с другом, вот, можно раздвинуть пластину, сначала пропустить в одну, через одну пластину, потом через вторую пластину и уже их соединить. Можно, конечно, постараться чуть-чуть вот так оттопырить и попасть. Так, сейчас попробуем. Попробуем. Вот, попал краешком. А чтобы не заморачиваться, не буду я. Самое главное еще что, чтобы нарезаны шнурки были в толщину, а то бывает так, что не в размер попадаешь, и в итоге приводит это к тому, что шнурок не лезет, приходится еще подрезать, заморачиваться. А если нарежешь тонко, то где-то вот так вот при вытяжке может получиться так, что шнурок оборывается. Так. Ну, я стараюсь сделать красиво, чтобы было коричневого. Коричневого бывает так, что иногда попадает, шнурок переворачивается и попадает белый цвет, ну, телесный цвет. Так что надо поправлять. И вот таким способом, каждый раз подставляя новую пластину, мы соединяем. Нижние для чего нужны вот эти отверстия? Можно соединить еще дополнительно, усилив, ну, внизу прошить, так сказать, пластины. А можно этого и не делать. В принципе, тут двух достаточно будет. Вот. Пошли, следующую пластину накладываем. Вот таким способом, по дырочкам. Раз. Переворачиваем. И у нас должна произойти такая елочка. Ну, в дальнейшем вы увидите сейчас, как получится. Вот так вот. Оп. Шнурки два закручиваются. Так. Раз. Да. Их тут надо поправлять. То есть вот так вот дальше пошла. Если это смотреть на еще один ряд, то он должен вот так вот получиться. То есть вот это вверх с двумя отверстиями, а с двумя отверстиями вертикально и горизонтально. То есть, в принципе, эта вся конструкция играет, ходит, вот, не мешает, сворачивается. Вот.
И в дальнейшем будет собираться вот в такие ряды. Вот такого типа ряды. Потом эти ряды будут соединяться между собой, но это я уже в дальнейшем покажу.